С детства мы считаем, что основателем Москвы является Юрий Долгорукий. Напротив мэрии ему установлен пафосный памятник, а московские острословы иногда называют любимый город Долгоруковкой. Но факты неопровержимо свидетельствуют, что первым жителем Москвы был не он, и первый деревянный острог был поставлен не на Боровицком холме. Так кто же может считаться первым жителем Москвы? И как место зарождения города связано с Бульварным кольцом? Древнее скандинавское название России – Гардарики. Пошло оно от привычки наших предков ограждать свои города стенами и валами. Эти огороды бывали совсем разными – и деревянными, и каменными, и земляными. Ну а воевали в те времена часто – и с иноземцами, и князья промеж собою. В конце XVI века при царе Федоре Иоанновиче было принято решение обнести Москву каменной стеной. Собственно, ее за 5 лет и построили. Она стала одним из мощнейших фортификационных укреплений в Европе. Интересно, что слово «бульвар» связано с ветшающими и теряющими свое значение городскими укреплениями. В 18 веке городские стены стали приходить в негодность. Толку от них не было никакого. А содержать их стоило уж очень дорого. Изначально бульвары — это никакие не сады, не парки. Это фортификационное сооружение, которое впервые применили англичане взамен барбаканов. Впервые о снесении стены Белого города задумались еще в елизаветинские времена, потому что стена рушилась, ветшала, градоначальник докладывал императрице, что вот задавило нескольких человек кирпичами. Окончательное решение приняла Екатерина II, где-то в 1775 году она дает распоряжение создать бульвары, где можно было осуществлять прогуливание. Один из генерал-губернаторов Москвы, когда снесли стену Белого города, добился высокого позволения, чтобы использовать камни стен Белого города в реконструкции домов москвичей. Каждый, находясь в Москве, может в прямом смысле слова потрогать руками фрагмент сохранившегося реликта. Я нахожусь как раз на месте исторического раскопа, где сохранился фрагмент стены Белого города. Есть в Москве такие, на бульварах такие значимые для москвичей и сохраняющиеся, и дай бог, чтобы они сохранялись, места. Вот яма, да, хотели построить дом, начали копать, оказалось фундамент стены. Не нужно думать, что бульвары появились в городе легко и непринужденно. Даже императорский указ не смог заставить наших предков изменить свои привычки и отправить в приятственные прогулки. Вот в 1800 году примерно был разбит самый первый наш бульвар. Тверской бульвар. Бульвар для прогулок. Москвичи стали проминать там овечек, построили какие-то сараи. Но тут случилась Отечественная война 1812 года. Многие консервативные москвичи покинули столицу. Москва горит. Из всех домов, которые стояли на тот момент вдоль Тверского бульвара, сохранилось только 8. До пожара 12 года это же были, собственно говоря, усадьбы москвичей. Там одна-двухэтажные с садами, которые выходили на вот эти вот бульварные истории. Градоначальство после освобождения Москвы взялось за благоустройство. И одним из первых таких проектов, который был реализован в полной мере, был прогулочный Тверской бульвар. Собственно, когда консервативные москвичи в 1814 году по большей части вернулись в Москву из Нижнего Новгорода, бульвар был уже готов. Как вспоминал Грибоедов, один из наших прославленных земляков, пожар способствовал ей сильно к украшению. После грандиозного пожара не так уж много зданий осталось на бульварах. На Чистопрудном бульваре в неизменном виде их сохранилось только 3. Много легенд ходят о кольце А. Но безоговорочным чемпионом здесь выступает Чистопрудный бульвар. Все и не перечислить. Здесь и призраки, и тени рыцарей. Но некоторые из легенд подтверждаются историческими документами. Именно сюда изначально пришел Юрий Долгорукий. В районе нынешних Чистых прудов он встретил крепкое имение, созданное другим боярином.
Но Долгорукий, задача которого входила создание собственных вотчин и укрепление своих земель, отправился дальше и поставил острог на Боровицком холме. Встреченное же имение на Чистых прудах разорил. Вот и получается, что первое укрепленное поселение, которое позже стало Москвой, было создано на Чистых прудах. В те времена эти места назывались Козьими болотами, которые позже были переименованы в Поганые. И Поганым это место называлось вплоть до 18 века, даже когда оно было уже заселено благородной публикой. Назывались они Поганами вовсе не потому, что были грязными. Есть такая расхожая легенда о том, что туда сбрасывали жители Мясницкой слободы, затем Мясницкой улицы, отходы своего производства. Поганами эти пруды и болота назывались, потому что там было капище язычников, и эти язычники довольно долго справляли свои культы. Потом по распоряжению Меньшикова были выруты Чистые пруды. Почему пруды, почему их много? Потому что изначально их было целых три. В наше время из трех остался только один. Но старое название консервативные москвичи сохранили. Чистопрудный бульвар является одним из красивейших мест Москвы. Сложно рекомендовать здания, на которые следует обратить внимание. Они прекрасны все. Разнообразие стилей, разнообразие имен знаменитых людей, получивших признание в самых разных областях деятельности, поражает. Удивительная история каждого из домов. Дом купца Гусятникова. Один из немногих, переживших пожар 1812 года. Здание кинотеатра «Колизей», ставшего позже московским театром «Современник». Доходный дом, где снимал квартиру Телешов, собравший цвет русской словесности своего времени. И доходный дом самого Телешова, где позже жил Сергей Эйзенштейн, составивший славу советского кино. Трехэтажная станция почтовых карет московского почтамта. Городская усадьба Мусиных-Пушкиных, которая позже станет правлением Московско-Киевско-Воронежской железной дороги, а потом наркомпросом, где работала Крупская. Городская усадьба Кашкиных, где позже располагалось целое гнездо самых известных газет Советского Союза. Здание Кожсиндиката, которое успело побывать и Бородинской панорамой, и кинотеатром, и рестораном. Особняк статского советника Данилова. Жилой дом архитектора Гаудринга. Красивейший дом со зверями. Доходный дом церкви Троицы на Грязях. Чудесный доходный дом Рахманова, построенный по проекту архитектора Петра Дриттенпрейса в 1899 году. И, конечно, здание гостиницы Крашенинникова, пребывающее ныне отнюдь не в лучшем состоянии. Оно построено еще до пожара 1812 года. В 70-е годы 19 века бульварное кольцо начали освещать керосиновыми фонарями в вечернее время, потому что в то время уже указывали, что именно на бульварах любят по вечерам гулять москвичи. По вечерам меж фонарями уже полтора века встречаются барышни со своими кавалерами. Проходят народные гуляния, праздники и митинги. Возле памятника Пушкину самые старые фонари, потому что были созданы они, когда открывался памятник Александру Сергеевичу Пушкину в 1880 году. Не все так безмятежно было в истории кольца А. Самая трагичная история, которая была в 17 году, это вот опять же про Никитские ворота. И именно оттуда велись прямой наводкой стрельба по Кремлю. Часть бульвара вот с Гоголевского до Никитского, ее контролировали юнкера. С противоположной стороны контролировали большевики, и были серьезные бои, очень много пострадало зданий, ну, естественно, были человеческие жертвы. Во время Великой Отечественной войны бульвары стали спасением для москвичей. Спасением от холода. Деревья пилили на дрова, но ни у кого не поднялась рука тронуть старый дуб на Тверском бульваре, свидетеля жизни Пушкина. Бульварное кольцо было и частью обороны страны. На станции метро Кировская, ныне Чистые пруды, находились отделы Генерального штаба и ПВО страны. После Великой Отечественной войны страна очень хотела
быстрее восстановиться, залечить раны. Москва, как столица нашей страны, должна была показать в этом пример. И было принято, на мой взгляд, абсолютно верное решение о пышном праздновании 800-летия города. Бульвары благоустроили по проекту Моисея Минкуса. Появились, да, новые скамейки, решетки, фонари. На входах на бульвары появляются вазоны, скамейки, диваны. Фонари освещения, которые, в общем, несут, конечно, на себе дизайн времени, но, с другой стороны, они нарисованы действительно очень хорошей рукой, прекрасной. Вот, поэтому, конечно, равно как и ограждение тоже. 2 года назад была проведена реконструкция бульваров, и при том, что было очень много попыток поменять освещение на бульварах, установить какие-то новые колонны, со стороны Музея огней Москвы мы отстаивали бульвары, да, вот проект, который был создан к 800-летию города. Можно считать это косностью, традиционализмом, а можно любовью к Москве. Стремлением сохранить памятники архитектуры, искусства, сохранить дух города. Интересно, что бы сказал первый житель города, увидев сегодняшнюю цветущую Москву? И как все-таки звали первого москвича? Его звали боярин Степан Иванович Кучка. Именно он пришел на самое высокое место старой Москвы, на чистые пруды. И основал здесь, в месте, где жили вятичи, славянское поселение. Он не захотел подчиниться Юрию Долгорукому, заявив о своих намерениях в очень острых выражениях, и был убит. Тело его бросили в Козье болото, а город Юрий Долгорукий заложил на Боровицком холме. От Степана Кучки до нас не дошло ни одного достоверного изображения. Но мы помним его имя. Имя самого первого москвича. Когда будете гулять по бульварам Бульварного кольца, вспоминайте хоть иногда, что они полны необыкновенными историями, принятыми решениями, разрушительными событиями, надеждами и стремлениями.